Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Motorola Edge 20 Pro сделать очистку истории браузера. Для начала открываем наш интернет-браузер, затем тыкаем здесь, переходим в раздел «История» и затем нажимаем «Очистить историю». Затем выбираем временной диапазон, за который мы хотим удалить нашу историю. Это может быть последний час, последние сутки, последняя неделя, последний месяц или же все время. Затем выбираем типы данных, которые мы хотим удалить. Это может быть история браузера, файлы куки, данные сайтов, изображения, другие файлы, сохраненные в кэше. И нажимаем «Удалить данные». И затем подтверждаем. И после этого история будет очищена. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!